Мы к этому шли 3 года, думали, плюсы, минусы, знали, что будут подводные камни, готовились, у детей спрашивали, как они к этому отнесутся. Ну, конечно, вначале было трудно, как бы я сдалась, не буду скрывать. Но меня семья поддержала, муж, дети, вот это все вместе, и мы поборолись, как бы перешли через трудности, через вот эти вот, через нелегкую дорогу, я даже так могу сказать.